Ну, давайте. На крутой денек. Всем привет! Сегодня мы собираемся на фестиваль еды Сова Фест. Я уже как-то снимала видео про этот фестиваль, и вот сейчас он опять проходит в Одессе, поэтому мы нам в прошлый раз очень понравилось, и в этот раз тоже мы хотим посмотреть, что же там за такая вкусная еда. Может быть, какие-то новые заведения привезут свою еду. В общем-то, посмотрим. Очень интересно, в общем-то, что будет в этом году. Погода, единственное, немножко подкачала. Вроде как и тепло, но как-то вот так вот серенько, вот вы видите. И вот, конечно, не хочется уже, чтобы лето закатывало. Боже, что там происходит? Более-менее определились с едой, сейчас вот пойдем возьмем то, что нам больше всего понравилось. Вообще с едой довольно скудный выбор в этот раз, больше каких-то детских мероприятий, а вот еды как-то совсем мало. Вот. Я там высмотрела классный пирог с курицей и с лососем, вот сейчас я пойду выберу, что повкуснее, то и возьму себе. Ребята себе взяли чебату, ну какая-то она такая не очень большая, и как-то она мне не впечатлила. Делились. Вот я беру себе куриную чебату, а Никита с сосисками. И будет у него большой булочки, а у меня маленькой. Да? Так, давай. Это моя курица. Вкусняшка. Ой, это мое, да? Да. Спасибо большое. Бомба. Да, выглядит неплохо. Бассейн. Но у меня, да, сейчас бахнутся в бассейн, будет хорошей развлекаловкой сегодняшнего дня. Ребятки, посмотрите, какая тут сова. Вот здесь маленькая есть, а здесь огромная. Класс. И где же дома? Они приручаются. Очень красивое животное. Обалдеть. Очень красивое. А вот маленькая есть. Малышка. Здесь еще кролики. Ой, какая-то игуана. Хорек. Бедные. Тут сидят в маленьких клеточках. Мы решили уехать с фестиваля, потому что делать там особо нечего было. Мы перекусили чебатой, выпили лимонадика и, в общем-то, решили поехать в центр, взять беспроигрышный вариант латешки. И еще я взяла себе ванильное печенье. Вот, поэтому, в общем-то, сейчас идем гулять по Приморскому бульвару. И на этом, наверное, будем заканчивать потом. Прогуляемся, там вроде какая-то тоже выставка. Посмотрим, в общем-то, как там будут обстоять дела. Может, поинтереснее будет. А тут выставка больше в таком вот национальном каком-то стиле. Очень много вышиванок, иконы. Ну и как бы обычная такая бижутерия, детская, можно даже так сказать. Сейчас уже намного позже, мы приехали домой. И сейчас, наверное, часов 8 вечера, но у меня такое впечатление, что у меня сил вообще не осталось. Потому что погода какая-то сегодня была такая очень серая и такая как будто давит на голову. И как-то все такие были немножко, ну, скажем так, не в лучшей форме. Вот, и мы сейчас приехали домой.
И нас друзья еще пригласили сейчас пойти к ним на дыньку там, по-моему, с арбузом, что-то такое, ну, перекусить, посидеть. Я бы уже, честно говоря, вот так влеглась бы в кровать и уже бы никуда не шла. Ну, наверное, раз мы уже пообещали, то надо будет сейчас пойти еще сходить туда. Ну, влог я уже буду заканчивать на этом. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И мы с вами увидимся в следующих моих влогах.